Вот такой огромный красивый котик приходил к нам на вычистку. Красавчик породы мейн-кун. К счастью, он был очень спокойный, и работать с ним было одно удовольствие. Мы хорошенечко прочесали его со всех сторон, а потом искупали и высушили. И вы только посмотрите, сколько шерсти мы смогли из него вычесать. Как вам результат?